6 февраля представители Движения за национальное объединение Палестины или ФАТХ подписали с Исламским движением сопротивления или ХАМАС соглашение о формировании общего переходного правительства в секторе Газа и палестинской автономии. Согласно документу, главой правительства будет назначен Махмуд Аббас, нынешний лидер ФАТХ. Данное соглашение было достигнуто после неудачных палестино-израильских переговоров, призванных возобновить ближневосточные мирные переговоры на высшем уровне. Этот договор, вероятно, вызовет негативную реакцию со стороны США и Израиля, которые наряду с ЕС и другими странами причисляют ХАМАС к террористической организации. Ожидается, что создание переходного правительства станет очередным шагом к проведению на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа всеобщих выборов. На сегодняшний день ФАТХ контролирует западный берег реки Иордан. ХАМАС же управляет территориями сектора Газа, которые он захватил в 2007 году. Стоит отметить, что в уставе ФАТХ имеется пункт об уничтожении Израиля. Однако эта организация открыта к переговорам и на данный момент террористической не считается. Между тем, ХАМАС призывает не только к уничтожению Израиля, но также и палестинского государства и к созданию на этом месте Исламской республики. Власти Израиля договор пока никак не прокомментировали.